Бывший пациент ковидного госпиталя при кожно-венерологическом диспансере на Гамарникова 18Б подарил медучреждению автомобиль за свое спасение. На этом автомобиле больница будет перевозить в дальнейшем пациентов. Этот автомобиль полноприводный, то есть 4ВД. Он предназначен специально для езды в тяжелых условиях. Эти автомобили мы поставляем, подобные автомобили, поставляем Минздраву в виде скорых помощи. Поэтому это проверенная машина, она точно не подведет. Мужчина поступил в госпиталь на 10-й день болезни. До этого обратиться к врачам не позволяло рабочее время. Думал, что вылечится сам, но не смог. Оказалось, ковид. Врачи ковидного госпиталя сработали оперативно и слаженно. Из реанимации пациент выписался быстро. До этого мужчина в вирус не верил, поэтому не прививался. После выздоровления взгляды поменялись. Медикам, спасшим его жизнь, решил оказать помощь, подарить больнице новую машину для перевозки пациентов. Учитывая маршрутизацию, то, что мы специализированное учреждение, у нас нет компьютерного томографа, он не предусмотрит, он у нас. Поэтому по маршрутизации мы пациентов возим в 9-ю поликлинику на Снеговую 5. Поэтому пациенты поступают на КТ, без КТ очень часто. По скорой, которые приходят, даже из поликлиники бывает порой, что не успевают. Поэтому нам приходится их туда возить. Возим, бывает и до 16 пациентов, ну, нуждаются. Поэтому у нас есть свой старенький микроавтобус, который был оборудован под это. Ну вот, а учитывая, что сейчас пациентов поступает очень много, особенно когда наплыв, поэтому вторая машина нисколько не помешает. Сейчас автомобиль уже передан руководству госпиталя и скоро приступит к перевозке пациентов. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, новости на 8.